and you do not have to answer the door. Не открывай дверь волнением и переживанием. This verse says, в этом стихе написано, 1 Петра 5:7, you can cast all your care upon the Lord. Ты можешь возложить все свои заботы, все волнения на Господа. You say, well, how do you do that? А как это сделать? Well, first of all, let's talk about what the words mean. Во-первых, давайте поговорим о значении слов. When the Bible says casting, написано возложите. It is a Greek word, греческое слово, which describes a man that was carrying a very heavy load of weight. Описывало человека, который несет тяжелую ношу. This was so much weight. Такую тяжесть. That it was breaking him. Он готов уже упасть. Это может раздавить его. Far more weight than any person should ever carry. Он несет больше, чем должен нести человек. So we called for somebody to bring him a camel or a mule. И зовут кого-то, кто подводит либо ослика, либо верблюда. And when the animal came right up alongside him, подводит животное к этому человеку. He pushed up. И он старается and rolled all that перекладывает off всю эту тяжесть со своих плеч over onto the back of that animal. На это животное. Now the burden didn't disappear. Не исчезло бремя. It was still there. Оно есть, оно существует. But the animal was carried. Но оно переложено на это животное. So that the man could walk free. И человек идет свободно. That is the word which is used вот in this такое verse. Слово здесь использовано. Which means, и это значит, when we are tempted to carry all kinds of worries and burdens, когда у нас только возникает желание, искушение начать переживать или волноваться, Jesus says to us, Иисус говорит нам, call on me. Обратись ко мне. Let me come alongside of you. Позволь мне подойти к тебе. The weight that you're carrying, вот это бремя, эта тяжесть, которую ты несешь, is too much for you. Ты не выдержишь, ты не справишься. Roll it over on me. Переложи на меня. I'll carry it for you. Я понесу за тебя. And you can walk freely with me. А ты пойдешь свободно рядом со мной. And for all of these years, и на протяжении всех этих лет, I've been learning how to do that better and better. Я учусь и делаю это все лучше и лучше. Я все лучше и лучше умею перекладывать на Господа. And I want to tell you that you can do that. И хочу тебе сказать, ты можешь научиться этому. You can do that. Ты можешь это.